Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня мы поиграем в игрушку How to Cook a Turkey. Прежде чем мы начнем, я благодарю вас всех за вашу достаточно большую активность. Нас уже 3000 подписчиков на канале Максимадзе, и я всех вас за это искренне благодарю. Я не думаю, что мы будем как-то это праздновать, стрим. Мне, честно говоря, вот отвечаю на вопрос, почему стримы так редко выходят. Потому что мне их лень делать. Стараюсь, конечно, чтобы они были когда-то, но вот вообще, честно говоря, не тянет. Их сложнее записывать, проводить стримы, чем делать видео. Потому что это дольше. Так что такие вот дела. Ну, короче, попросили меня ВКонтакте, предложили сыграть вот в эту флеш-игру. Мне пришлось ее скачать, потому что флеш через браузер уже не поиграешь. Вот я через вот такой вот флеш-эмулятор, так сказать, играю. Где я его скачал? Сразу, чтобы вопросов не было, где я его скачал, я не знаю, не помню. Ну, в общем, можно скачать и запускать из него игры. Если для них, конечно, не требуется интернет. Ну, в общем, короче говоря, how to cook a turkey, короче, как готовить туркей. Вроде сказал, что-то там приготовить курицы. Говорит, игрушка не длинная, но тебе понравится, обязательно сыграй. Ну, в принципе, я глянул на некоторые картинки. В принципе, выглядит неплохо, давайте попробуем. Play. Так, шаги. Так, выбрать туркей. Тавин. You bird. Как будто схавать написано. Не знаю. А может быть и схавать надо, не знаю. Короче, preparation что-то там. Приготовить. А, вот приготовить, выбрать. Приготовить стаффинг. Я не помню, что такое стаффинг. Принести им, приготовить, короче, неважно. Так, вот нас просят выбрать. Какую? Ну, чтобы с запасом хватило, давайте самую большую возьмем. Вот эту. ЛБС, я не знаю, что такое ЛБС. Блин. ЛБС, или что там было написано. Короче, что у нас тут? Sink. For a quicker. Быстрее, что-то там. Безопаснее. Так, sink. Sink это вроде помыть. Sink и вытереть. Помыть и вытереть. Холодной водой. Ваша птица 20-24 ЛБС. Время 10-12 часов. А, ну, понятно. Украинский флаг, кстати, такое чувство, что нарисован. Игра, видимо, поддерживает Украину. Ну хотя, ну нет, вряд ли. Игра вышла намного раньше, чем началась эта война. Короче, давайте не об этом. Gather your utensils. Remove the neck. Neck. Я не знаю, что такое neck. Neck это шея, по-моему, вообще. Джиблицы, что-то там. Какие-то джиблицы. ТС. Джиблиты. Короче, throwing, rinse, drain and dry it, okay. Да, что-то некоторые слова мне непонятны, но тем не менее. Так, grab your utensils. Utensils. Ну, я нажимаю, ничего не происходит. Brush, busting brush. Oven tray. Tin foil. Paper towel. Meat. Термометр, блин. Ай, короче, и carving knife. Next, надо нажать. Да, removing... Что это сейчас было такое? Из жопы достали какой-то пакетик. Мне что-то страшно здесь сейчас подумать, что в этом пакетике находится. Какие-то джиблеты. Что такое джиблеты? Вот мне интересно. Потроха джиблец.
Ясно, 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 ясно. Перевели мы, короче, это слово по-быстренькому в интернете. Удалить потроха. Блин, я в шоке. Что мне эта игра дает? А я уж подумал, наркотики какие-то. Видимо, курица, когда живая это была, она была... Ее учили хозяева, ее, видимо, учили кокаин фасовать и в заднице перевозить через границу. Блин, слушайте, вот это... Блин, что это за рожа, я не понимаю. Капец какой-то. Нек и потроха, блин. Из туловища. Короче, ясно все, давайте дальше. Так, дальше помыть ее в воде, вытереть полотенце. Хотя это, честно говоря, больше на салфетку, туалетную бумагу похоже. Paper towels. Towels. Туалетная бумага, может, хрен узнает, честно. Так, дальше что? Подготовка. Mix wet and dry. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так. Чего-то там. Лузели. 3-4 копир, блин. Pound of Turkey. Господи, какие сложные слова. 145 градусов по F. Я не знаю, что такое градусов по F. Я знаю, что по Цельсию есть, а что такое F, я не в курсе. Никогда не видал. Internal temperature. Не знаю, что такое F. Напишите, короче, в комментах, я не знаю. Так, начинается... засуньте... Драг... Засуньте наркотики в курицу. Это что за игра такая? Чё, не понимаю. А, не, подожди. Смотрите-ка, похоже, я был прав. Это курица-наркобарон, блин. Это курица-наркобарон, да. Ну давайте. Ну давайте засунем, ладно, что такое. You could have at least bought me dinner first. Liquid generation. Sabotage! Click here for more sabotage! Это что за. Только что было, я что-то ни хрена не понял. Не, подождите, ну... Слушайте, это что за подстав... Что за подставная игра мне сейчас прилетела? Это что сейчас было, блин? Курица ожила, когда мы в нее вставили наркотики, ёп... Не, ну классная игра, вот просто! Давайте ее оценим, ну просто 5 из 5, ё-моё! Конечно же, с сарказмом! Вот оно как. Давайте еще раз попробуем. Блин, мне что-то интересно. Она все время так будет что ли делать? Ну-ка. Так, с этим разобрались, короче. А если маленькую выбрать? Это что-нибудь изменит или нет? Реально в украинские флаги раскрашены. Не, ну реально. Что это такое, блин? Не, это реально, не, реально, походу, наркота была внутри. Это похоже на пакетик, чем на потроха, а в пакетике, наверное, наркота. Вот такие вот дела. Но я больше не, но у меня нету других вариантов, просто нету. Ставьте наркотики. А в другое место можно ставить? Нет, нельзя. You could have at least bought me dinner first. Liquid generation. Sabotage! Click here for more sabotage! Не, я больше ничего другого сказать не могу. Это просто охренительная игра. Я ничего не могу больше сказать. Короче, мне игрушка понравилась. Она типа понравилась, вот как можно сказать. Короче, такая вот игрушка, мы ее с вами прошли. Итог получился саботажный. И, короче, на сегодня все с вас, лайкос, подписоться с меня, эпичные видосы. Благодарю всех за 3000 ваших подписок. Жду еще подписки. А также жду от вас лайкосы. Ну, а с меня будут эпичные видосы, я уже это сказал, да? Подписывайтесь на стримовский также канал и вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока.
По крайней мере, эта игра подняла нам настроение.